Давай ты. Ну быстрее стоишь. Да, да, вот в том-то и дело. Если я поеду в магазин, покажу. Время. Нет, у меня было минуты 50. Мой личный рекорд. Нет, это не надо. Счастья, здоровья, удачи в личной жизни и всяческих побед. Комментарий. Спасибо. Я очень рад, что оказался здесь, среди всех таких замечательных людей. Всем спасибо. Поздравляю вас еще раз и желаем вам победы на этом этапе. На зло, да, проиграли? Больше, друзья, сейчас минута до минуты начнется третий квалификационный заезд серии АПС. Большой старт, видимо, Александр Кудрявцев добавил, заездил лично. Сразу заеду. Какие-то на время другое.
Где же такого? Зачем? Дмитрий Осипов тоже останавливается. И Руслан Валиев. Остался Виктор Катренко на трассе. А вот все пилоты заезжают. Пока мы ждем четвертой квалификации, давайте зададим пару вопросов кому-нибудь из пилотов. Например, здесь присутствует сегодня Иван Солдатов, один из пилотов Норманкидзе. Он не участвует в гонке, но он приехал посмотреть. Ну, как твое мнение о квалификации? Я немного расстроен. Пилоты, которые выступают за нашу команду, пока не очень удачно проехали. Я все-таки надеялся, что они достойно нас представят. Не повезло с машинами, но что поделаешь, бывает прокатный картинг. А почему на трассе не ты, а замена? Я проехал здесь тренировку и, откровенно скажу, ну, я не считаю это гонками. Это, ну, не знаю, как это назвать. На таких машинах соревноваться нельзя. То есть это своеобразная акция протеста с твоей стороны? Нет, не акция протеста, это каприз с моей стороны. Больше нечего сказать. Не повлияет ли это в твоей борьбе за вице-чемпионство? Получается так, что все пилоты пропустят по одному гран-при, ну, первая пятерка. Поэтому, я думаю, так будет даже интереснее. Окей, мы продолжаем. Давайте обратим свое внимание на кого-нибудь еще. Вот еще один из пилотов, который сегодня не участвует, но он находится здесь, Александр Кузнецов. У меня вопрос. Что ты скажешь об этой квалификации? Что тебе понравилось, не понравилось? Ну, в принципе, мне все нравится, потому что я не участвую, не могу ничего сказать про карты. И, в принципе, все окей. А причина твоего неучастия? А можно не отвечать на этот вопрос? Без проблем. А замена твоя, это Гульнар Кутугильдина. Это, наверное, первый раз, когда девушка заменяет в мужской команде пилота. Как ты думаешь, насколько хорош будет ее результат? Ну, судя по квалификации, едет она стабильно, обогнала Наталью Виноградову. Надеюсь, в гонке будет тоже неплохой результат.
Значит, главное, что она обогнала Наталью Виноградову. Наталью Виноградову трудно обогнать, как некоторые знают. В принципе, раз это получилось, значит, все получится. Окей, следующий вопрос у нас будет к Ефиму Блинову, который тоже находится здесь. Он, в отличие от остальных, один из участников. И сегодня показал в квалификации, по-моему, третье время, да? А повлияет ли это на твою очередную победу, или будет достаточно просто обогнать соперника? Но соперники тяжелые, буду стараться обгонять. Ну, как показала квалификация, что я смог. Я сделал все возможное, в финале буду пробиваться. А как ты думаешь, титул уже у тебя в кармане или за него еще стоит побороться? Конечно, стоит бороться, соперники очень сильные. Я буду стараться. То есть, скорее всего, мы увидим тебя сегодня на подиуме в любом случае. Я надеюсь. Спасибо, и мы продолжим. Вот как раз давайте зададим пару вопросов Дмитрию Осипову. Были большие споры по поводу седьмого карта. Ты пересел восьмой, но твое мнение? Седьмой карт, вы можете посмотреть на время Руслана Валиева, который обычно ездит примерно в том же темпе, что и я. Разница 2 секунды. Это карт, время говорит само за себя. У меня вопрос по поводу восьмого карта. Как он? Дмитрий сказал нормальный, он не очень расположен сегодня говорить. А мы продолжаем, давайте обратим свои взоры вниз. Там сейчас начнется третья квалификация сезона. Четвертая квалификация, потом вырежем МКС. И там будет участвовать три пилота. Максим Боченко, Олег Федотов и, страшно сказать, Андрей Новицкий. Посмотрим, что будет. Я буду сейчас сразу же на лицо пропустить вперед, а вот решать его пока Отсюда немного плохо видно, что там происходит, но сейчас буквально через секунду увидим. Вот, да, Андрей Новицкий, его пропустили, он едет первым, Петров и Боченко позади. По-моему, Боченко испытывает какие-то трудности с управлением. Новицкий уже достаточно оторвался. Но пока едет не в темпе быстрого круга, а разогревается. Еще один раз подобрался по номеру контроля. Еще ближе Олегов. Наверное, сейчас уже будет атака. Мы прервались ненадолго, продолжаем, что происходит на трассе. Пока никого не видно. Боченко влетел в отбойник очень сильно, посмотрите, пилот даже вышел из карта. Похоже, квалификация для пилота окончена. А Новицкий оторвался от Федотова немного. Продолжает, как опасно, сейчас Боченко стоит. И снова садится, похоже, все-таки поедет. Чуть дальше. И только сейчас появляется Боченко на мосту, очень большой отрыв уже. Квалификация закончится, и как начнутся уже финалы серии Академия МКС. Оторвался от На самом деле, тут помогало. Лучше справляться с этой трассой. Последние круги, похоже, будут самые быстрые. Андрея здесь его немного сносит, Олег перетормаживает. Видно, как сложно пилот будет первый раз себя в этом амплуа. Как мы помним, на маяке сейфти-картом был Александр Петров, а сегодня Андрей Новицкий. А пилоты проводят жеребьевку картов, сейчас они распределят, и будет старт. Виктория Бычкова!
Сейчас спустимся. Похоже, Бычкова забыла про свой старт. Не даже последний ватербрэк бежит вниз. Вернулась обратно. Забыла что-то. Не забудем. Ты потом, Андрюх, ты потом как отъездишь, комбес отдавай и Воронину, Ярославу. Не должно быть вроде как. Вот пилот рассаживается в свои машины. Пилоты практически, очень много новых пилотов, поэтому мне сложно говорить, кто есть кто. Скажу лишь, что под номером 2 Георг Ананикянц, который уже выступал и в Академии, и на замене в МКС. Вот ты не занимайся, все равно пролеп, отсюда пролеп стартанули, потом сами на старте. И вот сейфти кар тоже готов. Андрей Новицкий выезжает, чтобы встать в начале пелетона. Печи валяются. Пусть будет прогревочка, пусть будет. Пусть будет. Это, наверное, Катренко потерял. Они сейчас стартуют и едут сразу. А это куда деть, когда он сзади могут стоять? А, нет. Не обгоняй никого, прогревочки группы делали. Ну, она хозяин Академии, пускай делает, что хочет. Я постараюсь сделать, чтобы был прогревочный. Вот так вот. Боссы разные, разные. Я ей давно отдал уже Академию. Итак, сейфти карт отправляется. Непонятно, куда отправляется. Поехал на знаку, что такое. Рукой, что ли? И вот старт! Карта выдавливается в турнир, это Георг Ананикянц. Отсюда, к сожалению, не видно. Лидирует по-прежнему Георг Ананикянц. Что-то произошло с восьмым картом. Отзывчик, пожалуйста. Здесь такая достаточно плотная группа. Пятый, четвертый, седьмой позади. И карт рвался и едет с большим отставанием. Он Георга как заносит, чуть было не улетает, но все в порядке. Андрей Новицкий возвращается к основному старту. Здесь у нас что происходит? Группа, которая боролась, разделилась. На третьем месте идет карт номер 7, на четвертом карт номер 5. А где же карт номер 4? Что-то с ним произошло, посмотрите, не видно. До сих пор не видно. Похоже, на самом деле что-то произошло. Карт номер 4 отсутствует на наших экранах. Вот такая штука. Карт номер 3 идет на второй позиции. Дай поставили там. Если я еще эту прогрев пущу, помню, я с другой.
и огромнейший отрыв. А только сейчас появляется на мосту карт номер 7. А вот и четвертый появился. И пятый. А четвертый уже идет проигрывать круг. Вот карт номер 7. Тут было не улыбалось. Еще один заезд у тебя. Сейфти-кар. Заезд еще один. Вот что на наших экранах карта номер 5. Достаточно медленно едет. И Орхен Аникианс уже очень оторвался сильно от карта номер 3. И я думаю, ему сейчас очень варит ватно. Едут не спеша, вот четвертый карт прошел, седьмой, вернул себе круг. Огромная пропасть между всеми талантами. На этих людях проносится как раз. И вот одна пара уже, видимо, столкнулась в борьбе.
Академии. Первая лучшая шестерка пилотов. Ефим Блинов, номер 3. Олег Строганов, номер 5. Про остальных сложно что-либо сказать. Опять же, есть новые пилоты, есть пилоты в прокатных комбезах, которые непонятно кто. Будем по номерам. А вот 8-й, это новый пилот, Грицан. Правда в глазах. Кто-то из нас пойдет не говорит. Что-то я чувствую, что последний тащит буду я. Пилоты едут за сейфтикартом, пробивают резину. Олег Строганов завершает процессию. Там просто сейфтикарт сраный. Первый номер один. А, вот узнаю еще одного. Пилот на карте номер 2, это Ярослав Воронин. И Ярослав разворачивает на прогревочном круге. И Олега Строганова следом за ним. Олег возвращается на трассу сам, Ярослава откатывают. Сейчас пилоты вернутся на свои позиции. Наталья Наградова уже на стартовой решетке. Снов и пилот карты номер 1. Не помню фамилию. Ага, Егор Одиноков. Также Олег Строганов позади. И пилот под номером 8. Это новый пилот с фамилией Грицан. А и Андрей Новицкий позади в роли сейфти-карта стоит и ожидает, когда начнется старт. О, сейчас все скажут. Обратите внимание, команда Dangerous о чем-то договаривается, как им вести себя на гонке. Как приехать первыми. Они очень увлечены, что даже не замечают, что их снимает камера. Посмотрим, получится ли у них что-то. А у нас старт! Ярослав Воронин пытается... Четвертая позиция, Олег Строганов. Олег Строганов не упадется. Просто. Сейчас пилоты пройдут поворот, выйдут из-под моста. Вот первый как раз поворот можно сделать. И мы увидим. Да, Воронин по-прежнему лидирует. Привет уже второй. Смысл, он как присутствует. Вот у нас Серега. Это произошло у нас с кем-то. Это вообще не так. Это Жуков. Вот так вот Pole Position пилот все растерял. Блинов уже прессингует Воронина. А здесь одиноко ошибается. И Грицан уже на хвосте. Строганов тоже недалеко. И сейчас уже скоро будет обгон похоже. Ты не против, не придет. Не против, не придет. Оську украл у меня. Че? Оську украл. Жалко, когда ты по смертной позиции. Ну да, ладно, минуту. У тебя есть закрепление? Есть. Пойдем на скорость. Жуков уже подбирается к этой группе. Строганов пытается в каждом повороте пройти. И за счет этой борьбы Жукову удается подкраться поближе. Сейчас, похоже, их будет четверо. А вот Брюнов пытается с Лестримом пройти. Ярослава не удается.
Что сейчас мы видим, это группы? И там попрыгнул впереди. Все, мы не увидели этого хода, к сожалению. Мы попали на первую позицию, Ярослав Воронин второй. Третья по-прежнему держит третью позицию. Друга читает, что это прямо очень крутая позиция, а это крутая коллега. Ну вот, вдали, вдали проходит ее. Проходит в моменте, там где-то кочка. Он выходит вперед. Посмотрите, как оторвался эфир. Воронин, несомненно, будет бороться. Но пока ему не удается ничего. Крепсан чувствует себя уже достаточно неплохо. Очень большая прыжка Дима Гринова. И вот как ощущал, попадет на стадион. Ярослав пытается его догнать, пока безуспешно. Строганов, посмотрите, какая скорость. Он уже догоняет Грубсана. Разъянулась немного эта группа. Теперь 2 на 2. Похоже, что Жуков скоро начнет атаковать. Лазаны проблемы каких, он лидирует. Ярослав Воронин уже очень далеко от него. Заметьте, какой большой отрыв от лидеров. Огромнейший отрыв двух лидеров от остального пилотона. Олег Строганов очень сильно уже тоже оторвался от Грицана. И вот то, о чем я говорил, колесо в колесо. Сейчас будет его. По-прежнему Жуков едет позади. Не удалось ему пройти. Олег Строганов проносится. Достаточный уже отрыв. Заносит Олега Строганова! Ну что ж такое, потеря третьей позиции, сейчас он потеряет все, Александр Рязанов, это плохо. Жуков презентует. Олег Строганов только сейчас возвращается на трассу. Да. Такая оплошность в таком месте. Выезжаешь, но максимально хотя бы на спину. Похоже, Олег немного расслабился, почувствовал себя на третьей позиции. И сейчас уже, конечно, все потеряно. Он не успеет догнать телефон. И все, Андрей Финиш. Первый Зимбрино, второй Ярослав Воронин. Третий, да, третий, похоже, Грицан, он уже тоже финишировал. Сейчас мы посмотрим, кто будет четвертый, удастся все-таки. А, вот, Грицан, он сейчас финиширует. Да, все-таки Житель, это четвертый. Я был одинокий, я и строй, к сожалению.
Буквально через несколько минут вы увидите заезды серии АМКС. Через 30 минут. Второй момент. Не уйду от вас. Андрюх! Нет, он на Сейчас пока перерыв. Я долго пытался обогнать Ярослава, ну, старался на тот момент, молодец, обогнал, и начал продолжил хорошо ехать. Как пошел обгон? Просто мы не видели, это по ходу случилось там, и ну, с зрительской трибуны нам не все видно, не, к сожалению, не всю трассу. Можешь рассказать, как ты обогнал его? Да, могу рассказать. Не пошел, не ушел. Вперед на трассу. А, поворот, перед выходом напрямую туда вот. Я вышел чуть шире и начал напрямую догонять за счет скорости. Потом я понял, что скорость меня чуть больше. И когда Ярослав начал уходить в поворот, то есть он на внешний начал уходить, я сразу залез внутрь, но на выходе поворот мы поборолись, пришли бок о бок. Но за счет правильной позиции, правильного места, я был сразу же на траектории и мог спокойно войти в поворот. В каком с ними на месте? Вот перед эстракадой? Обогнал? Нет, обогнал на самом деле там вот, тот поворот. Ну вот тот дальний, там где вот деревья. Первый левый задержной. Ну, как у тебя ощущение от всей атмосферы сегодняшнего этапа, можно так сказать? Атмосфера превосходная, все просто отлично. Отлично проходят гонки, всем весело вроде. Обязательно почему девочек. Спасибо девушкам за поддержку. Все отлично, спасибо. Ну что ж, еще раз поздравляем Ефима Блинова, который какой же раз по счету третий выигрываешь? Не считал? Нет, не считал. А надо бы считать. Статистику уже надо заводить. Еще раз поздравляем Ефима Блинова с его очередной победой. Удачи, успехов. Жди старшей серии и смотри за ней. Я не понял, день рождения, что ли? Ефимка, что случилось? А теперь когда мне уезжать сертификат вообще? Все, сейчас перерыв закончится, и серия АМКС, ты будешь пилотом. Два раза? Три раза. Удобный, да. После третьего раза сразу переодеваешься обратно и сидишь. А потом опять сразу переодеваешься в сертификат. Да и на подиум на первое место. Ну что же, сейчас мы возьмем интервью у главного героя, можно так сказать, со знаком минус этой гонки. Олег, что произошло в гонке? Почему произошел разворот, что ведь шли на подиум, в принципе? Что случилось? Ну, изначально, скажу за квалификацию. Квалификация досталась неплохая, средненькая машина. Показал я среднее время, был последний.
карте я показал неплохое время и был на стартовой решетке гонки последним, но я считаю, это нормально. Это первое. И второе. На жеребьевке на гонке мне достался хороший карт, отличный карт, лучший карт. Мой агрессивный стиль вождения меня подвел на мосту. Я посчитал, что меня преследуют, держал внутреннюю траекторию. Во время скольжения я не смог удержать угол колес, меня разорвало. Я шел третьим, как бы я практически шел на подиум, можно так сказать. Вот. И обидный спорт, я обязан был пропустить троих гонщиков, дабы не получить никаких штрафов по безопасности. И пришел последний. Конечно же, времени не хватило мне не догнать, мне важно. Ну, на самом деле хочется вас подбодрить, сказать, что все-таки в первом финале вы ехали и достойные очки заработали на этом этапе. Хочется сказать, себя не расстраивайтесь, все у вас еще впереди, есть еще очень много гонок, а в следующем сезоне вы с каждой гонкой доказываете, что вы очень быстрый пилот, и сегодняшняя гонка это показала, что вы готовы бороться за подиум, и не только за подиум, а за победу. Так что не расстраивайтесь, все у вас еще впереди. Спасибо.